Ночью я оторвал небольшой клочок бумаги и аккуратно положил его на ручку двери. Утром он оказался на полу. Конечно, достаточно легкого дуновения ветерка, но от мысли, что Майкл подглядывал за тем, как мы спим, меня передернуло. Естественно, он не мог не слышать, что мы занимаемся любовью, но все же это разные вещи. Хотя, как ни посмотри, ситуация странная и в чем-то даже глупая. Кэтрин безмятежно спала. Я кое-как выбрался из ее объятий и вышел из комнаты. Однако Майкла нигде не было. На видном месте лежала записка. Он сообщал, что у него дела и вернется только вечером. Просил ни о чем не волноваться и никуда не уходить. Одно дело миссис Винтерс, она все-таки из ЦРУ. Майкл. Я вдруг почувствовал себя в западне и как будто начал задыхаться. Да, мы снова вместе с Катей, но весь остальной мир против нас. Я смотрел на то, как Кэтрин спит, и не мог оторваться. Часы показали полдень, когда она, наконец, открыла глаза. Сколько времени? 12. А какой сейчас год? Я улыбнулся и погладил ее по голове. Есть хочешь? Майкла нет, но у него на кухне запасы не в пример моим. А где он? Встрепенулась она. Написал, что ушел по делам. Я показал записку. Кэтрин быстро пробежала ее глазами и отбросила в сторону. Не нравится мне все это. Но он ведь не должен сидеть и сторожить нас, верно? Не знаю даже, кого я больше пытался успокоить, Кэтрин или себя. Ник, он меня пугает. Кэтрин встала и оделась. Я уже собирался было что-то сказать, возразить, но не нашел подходящих слов. Сам Майкл меня не пугал. Но он не мог действовать в одиночку. За ним явно кто-то стоял. И этот факт вызывал обоснованные опасения. Ты правда думаешь, что нам стоит здесь оставаться? Ну а куда мы пойдем? У меня... Я достал из кармана несколько смятых купюр и показал Кэтрин. Вот все, что у меня есть. Если ты не захватил с собой бумажник. Она укоризненно посмотрела на меня. Извини. Я уже говорила, мама всегда поможет. Подожди. Она грозно подняла указательный палец вверх, и я тут же замолчал, хотя уже собирался возразить. Я признаю, что ты имеешь причину не доверять ей, но разве у нас сейчас есть выбор? Хорошенький выбор между Сциллой и Харибдой. Ник, мне неприятно, что ты так демонизируешь мою маму. Демонизирую, усмехнулся я. Да после того, что принесла химицу. И тут же спохватился. Все-таки не смог держать язык за зубами. Хотя это и было ожидаемо. Что принесла химицу? Тут же оживилась Кэтрин. Катя, дело ведь совсем не в ней. Те документы, о которых я вчера говорил, их ведь химицу не могла сама напечатать. Да что бы она ни сказала, ты будешь вокруг прыгать, как собачонка, виляя хвостом. Извини, что потратил твое время, а сейчас мне пора возвращаться на тот склад. Ее слова звучали как шутка, но говорила Кэтрин серьезным тоном.
Она попыталась выйти из комнаты, но я заградил дверь. Пусти. Ты не хочешь слушать ничего против своей матери, но бесишься при любом упоминании о Химицу? Разве это справедливо? А никто и не говорил, что жизнь должна быть всегда справедливой. Она попыталась протиснуться в дверь боком, а когда у нее не получилось, принялась колотить кулаками меня в грудь. Не так, чтобы очень сильно, но очень упорно. И капля камень точит. В итоге мне пришлось схватить Кэтрин за руки. Катя, ну прекрати ты, пожалуйста. Нам сейчас только рассориться не хватало. Она вдруг остановилась и безвольно повисла в моих объятиях. Ник, я просто боюсь. Безумно боюсь неизвестности. Что с нами будет дальше? Мы вместе. А это самое главное. От затасканности этой фразы становилось только горше, но Кэтрин прижалась ко мне еще крепче. Иногда кажется, что это сон, и я в любую секунду готова проснуться и снова оказаться одна. Я просто не умею быть счастливой. Прости. И тут я понял, что наши отношения как будто начались заново. За прошедшие 2 года мы оба многое пережили, каждый по-своему. Раньше я совсем не старался узнать Кэтрин поближе, понять, что она думает и чувствует, к чему стремится, что любит и что ненавидит. Я лишь упивался своим отражением в ней, принимал ее любовь как должное, как непреложную истину и неизменную данность. Я никогда не думал, что значило наше расставание для нее, а только утопал в жалости к себе, как будто страдал только я один. Знаешь, наверное, мы оба натворили достаточно дел. Но я все равно доверяю маме. А я все равно считаю, что для нее цель оправдывает средства. Кэтрин вдруг рассмеялась и уткнулась мне в лицо, плечо. Мы ведь можем просто уехать и начать новую жизнь. На 2 билета денег должно хватить. Найдем работу, в конце концов. Самую простую, где не нужен опыт и образование. Накопим денег, а потом уедем из этой страны, где с нами случаются одни несчастья. Я ведь здесь прожил большую часть жизни, и для меня домом скорее является Япония, чем СССР. Но это не важно. Дом там, где сердце, а мое сердце с тобой. В этот раз шаблон не отдавал фальшью. Это ведь все возможно, правда? Надо только захотеть. Честно говоря, я даже не был уверен, что пара смятых купюр платит на билеты. Железные дороги в Японии не назовешь дешевыми. Однако так хотелось погрузиться вместе с Кэтрин в эти сладостные мечты, что я уступил. Конечно. Да не так долго придется копить. Можно на шлюпке уплыть в Китай, а там уже что-нибудь придумаем с паспортами. Главное, оказаться там, где нас не достанут ни японцы, ни ЦРУ, ни КГБ. Если такое место вообще существует на планете Земля. Да уже через год будем вместе смеяться над этим. Подтягивай коктейль или уже в шезлонге? Подтягивай коктейли, лежа в шезлонге. Вдруг в гостиной зазвонил телефон. Я замер. Сердце словно остановилось, а непривычный электронный звук разносился по всей квартире, заглядывая в каждый уголок,
словно красные, выискивали спрятавшуюся в подполье семью кулака. «Очевидно, звонят не нам», — наконец выдавил я. Телефон умолк, но тут же залился требовательной трелью вновь. Звонок напоминал синтезатор из популярного клипа музыкальной телепередачи. «Ник!» Голос Кэтрин был буквально пропитан тревогой. «А если что-то случилось, это Майкл звонит?» Я уже было хотел ответить, но телефон вновь замолчал. Только для того, чтобы через пару секунд вновь включить свою пронзительную сирену. Ну ладно. Я взял трубку и вернулся в комнату Майкла. «Алло?» Я не узнал собственный голос. «Школьный Гурбиан, это ты?» Я ошалело посмотрел на Кэтрин. «Алло?» «Да, это я. Неважно, откуда у Кобаяши Эри номер Майкла, даже неважно, почему она ему звонит. Куда важнее, почему она ждет, что отвечу я». «Кто это?» Шепотом спросила Кэтрин. Я прикрыл трубку рукой и та же тихо ответил. «Кобаяши Эри». «Вот и хорошо. Тогда слушай, у нас мало времени. Только не думай, что я звоню, потому что... Короче, к нам приходил твой друг и разговаривал с дедушкой. Он мне с первого взгляда не понравился. Не то чтобы понравился ты, но в итоге, я надеюсь, все же осталось что-то хорошее. К тому же ты не один, и это я тоже знаю. А вот твой друг, он просил дедушку...» Элли замолчала на полуслове. Новомодной беспроводной трубке не было слышно даже помех. Наконец она выдохнула, явно собираясь силами, и продолжила. Он просил дедушку разобраться с тобой. Причем именно так, чтобы Кэтрин или Кэтрин все видела. А дедушка сказал, что от одной девчонки они уже избавились. Не знаю, чья это затея с шантажом, но я потом спокойно спать не смогу, зная, что ничего не сделала и просто промолчала. Так что тебе и твоей подруге нужно валить до туда и побыстрее. «Откуда у тебя этот номер?» Спросил я на автомате. «Да блин, какая разница? В общем, я свое дело сделала. Останусь за тобой. Чао!» Короткие гудки в этой трубке еще больше напоминали саундтрек к фантастическому фильму. Кэтрин все это время внимательно слушала, потеснив меня динамика. «Надо бежать!» Тут же решительно заявила она. «Да подожди ты! С какой стати Кобаяши Эри станет беспокоиться о нашей безопасности?» Я вкратце пересказал Кате всю историю с шантажом. «То есть Майклу ты больше доверяешь? Тебе не кажется его поведение странным? К тому же мы ведь здесь не пленники?» И тут она была права. Майкл мог попросить оставаться у него в квартире, но не мог приказать. И подобная настойчивость настораживала. «Если окажется, что я ошибаюсь, я сама лично первой перед ним извинюсь». Она видела, что я колеблюсь. «Ник, пожалуйста, давай обдумаем все в другом месте».
Ну ладно, хорошо. К счастью, входную дверь можно было открыть изнутри. Случайность или недосмотр с его стороны? Когда мы оказались на улице, Кэтрин схватила меня за руку и потащила за собой. Куда ты? Для начала подальше отсюда. Почему ты так боишься Майкла? Можешь считать это женской интуицией. Улыбнулась она. Через полчаса быстрого шага Кэтрин выбилась из сил. Мы сели передохнуть на скамейку в сквере в центре города. Я осмотрелся. Знаешь, не хочу тебя пугать, но это здание Кобаяши Корпорейшн. Как удачно. Почему? Если хочешь что-то спрятать, спрячь это на видном месте. При условии, что за нами никто не следит. В последнее время мне за каждым углом тайные агенты мерещатся. Ник, у нас ведь нет выбора. Кэта, не моргая, смотрела куда-то вперед. Нам придется идти к маме. Вот ты иди, если хочешь, чуть не вырвалось у меня. Не уверен, что для меня это хорошая идея. Сам посуди, если бы даже она хотела с тобой что-то сделать, у нее были все возможности. Я не знаю. И жизнь все чаще напоминает мне, что многие вещи вообще происходят, не спрашивая, понимаю я их или нет. Так что за все эти зачем и почему? Почему погибли мои родители? Может, у твоей мамы и есть ответ? Кэтрин медленно повернула ко мне голову. Похоже, у нее внутри происходила нешуточная борьба между любовью ко мне и доверием к своей матери. Как ты вообще можешь? Я хочу сказать, она столько сделала плохого нам, тебе. А как бы ты вел себя на моем месте? Она все-таки мне мать. Я не знаю, но ты боишься Майкла и называешь это интуицией. Я точно так же опасаюсь Шерил Винтерс. Дело даже не в тех бумагах, что принесла химицу, а в том, как твоя мать на них отреагировала. Знаешь, как преступник, которого умелый адвокат загнал в угол в зале суда. Он видит, что отпираться бесполезно, но гордость или что-то еще не дает ему признать свою вину. Кэтрин ответила не сразу. Да, это похоже на маму. Я собрался силами. Это решение уже давно зрело где-то внутри. Я старательно отгонял все мысли о нем. Но тебе действительно лучше пойти к ней. Меня изнутри словно пронзила молния. Не знаю, какие у нее на меня планы, но тебя она не обидит. В этом я уверен. На самом деле я не был уверен на 100%, но этот вариант все равно казался лучше прочих. А как же ты, Ник? Испугалась Катя. Ну, я... Нет, так не пойдет. Она крепче сжала мою ладонь своей. Помнишь, о чем мы говорили? Уедем вместе. Подальше из Токио, где нас не найдут. Я мягко освободил руку и полез в карман. Этого даже на берет не хватит.
Ты не можешь попросить у друзей? Возможно. Естественно, я уже думал об этом. Йоски наверняка поможет, но что дальше? Я не представлял, как нам удастся выбраться из страны, купить фальшивые паспорта в Китае и улететь на другой конец света. Все это выглядело довольно мутно даже в теории. Ну так звони. Кэтрин встала и топнула ногой. Как скажете, мисс. Однако Кёски дома не оказалось. Мы прождали до вечера, но его мама лишь давала невнятное объяснение про то, что он на каких-то курсах. Неужели до него добрались? У тебя же были еще друзья. Настойчиво заявила Кэтрин. Не друзья, а так, приятели. Неважно. Значит, звони приятелям. Во-первых, я с ними давным-давно не общался. Ну и что? Во-вторых, я не помню телефонов, а домой возвращаться нельзя. Кэтрин сначала рассердилась, но затем опустила голову и поёжилась. Ник, мне холодно. Я еще раз пересчитал деньги и прикинул, что их как раз хватит на номер в самой дешевой гостинице на одну ночь. Номер не блистал изысками, но оказался лучше, чем можно было бы рассчитывать. В нем нашлось место не только широкой двуспальной кровати, но и телевизору. Возможно, нам повезло просто. Денег хватило ровно на то, чтобы заплатить за комнату. Кэтрин нашла в карманах пару сотен йен. Можно купить онигири в автомате. На улице к вечеру заметно похолодало. Я уже пожалел, что не захватил из дома куртку потеплее. Если мне на холод было наплевать, то вот Кэтрин совсем продрогла, и мой пиджак, который я накинул ей на плечи, мало спасал ситуацию. Как только мы зашли в номер, Катя сразу же плюхнулась на кровать. О, тут и телефон есть. Как удобно. Думаешь, это хорошая идея? Только оказавшись в тепле, я понял, что тоже смертельно устал. На меня словно свалили пудовый мешок. А что такого? Пёски могут прослушивать. Я бы так и сделал на месте твоей матери. Так и вертелось на языке. На месте любого человека, который хочет нас найти. Да уж, очень жаль, что у тебя в друзьях только маньяк, не понимающий отказов и жердя-неудачник. И этот жердя-неудачник сейчас наша единственная надежда, заметь. Думаешь, ему бы понравился такой титул? Ладно. Нехотя согласилась Кэтрин, встала и выглянула в окно. И что же нам тогда делать? Я позвоню из автомата в соседнем квартале. Оставишь меня одну? На 15 минут, не больше, обещаю. Ник, не уходи. Она заметно занервничала. Давай завтра. Что изменится за ночь? Завтра пятница, а по пятницам Кёски обычно в школе. Думаю, не надо объяснять, почему и там сейчас нам лучше не появляться. Тогда я пойду с тобой. Одному мне будет безопаснее. Почему? Честно говоря, не знаю. Просто так обычно говорят герои в фильмах.
Я попытался отшутиться, но даже улыбнуться казалось нелегко. Дурацкие фильмы твои. Мы пошли вместе, но Кёске дозвониться не смогли. Никто не брал трубку. Я искренне беспокоился о судьбе друга, но существовало также несколько сотен более простых объяснений. Хотя бы, что они все вместе ушли в кино. Мы не могли ждать их до глубокой ночи, поэтому вернулись в гостиницу. Возможно, номер оказался таким дешевым, потому что это была не совсем гостиница, а лав-отель. Знаешь, что это за место? Мне хотелось немедленно отвлечься от мрачных мыслей о том, что ждет нас завтра. Кэтрин лишь пожала плечами. Так называемый любовный отель. Сюда женатые японцы приводят любовниц. Я ничего не скажу, Химицу. Мрачно съязвила она. А я еще удивилась, почему на ресепшене не спросили документы. Спасибо, что хоть не представился как-нибудь в духе мистер и миссис Смит. А что, это идея. Нам наверняка еще не раз придется регистрироваться в отелях. Да пошел ты. Кэтрин кинула меня подушкой. Я увернулся, и она угодила в тонкую стену. Готовы треснуть от такой наглости. Учти, бой посуды нам не по карману. Я не сильно бросил подушку обратно. Хочешь есть? Пакетик с онигири одиноко лежал на столе. Нет, я слишком устала. Было еще не так поздно, но я тоже чувствовал, что глаза начинали слипаться. Утро вечера мудренее. Ник, когда ты предлагал, чтобы я вернулась к маме? Ты же говорил не всерьез? Я не ожидал такого вопроса. Казалось, мы уже закрыли эту тему. Почему ты спрашиваешь? Просто сделал очередной широкий жест, чтобы показать всем, какой ты благородный. А если бы я согласилась? Я сказал это потому, что так чувствовал. Медленно произнес я. И сейчас чувствуешь то же самое? А ты хочешь вернуться? Не отвечай вопросом на вопрос. Катя, зачем это все? Почему именно сейчас? И какого ответа ты ждешь? Хочешь услышать, что я был рад, когда ты решил остаться со мной? Да, я был рад. Я, черт возьми, был на седьмом небе от счастья. И что, я должен по несколько раз в день проходить через это? Терять тебя, находить... Потом отпускать, не отпускать, снова терять. Если ты спрашиваешь, чего я хочу, то я хочу забраться под странное одеяло, обнять тебя и надеяться, что нас ночью не сожрут клопы. Я не хотел такой жизни, не просил об этом. Но на какое-то мгновение поверил, что я не один. Катя, это так? Конечно. Прости. Ее голос звучал искренне, но взгляд она упорно прятала. Мне совсем не хотелось устраивать Кэтрин такой разнос. Но если мы собираемся пройти через все это вместе, то надо заканчивать с этим бесконечным сарказмом и начинать быть честными друг с другом. Я подумается. Надеюсь, в этих твоих любовных отелях хоть какой-то душ есть.
Когда Кэтрин вернулась, я уже вовсю храпел перед телевизором. Она разбудила меня и выключила ящик. Ты вообще в курсе, что храпишь как рота солдат? Нет. Куда? Химицу разве не говорила? Не было случая. Огрызнулся я. Кэтрин выглядела посвежевшей. В глазах вновь загорелся задорный огонек. А ты заметил администраторшу? Ну, ту жирную тетку. Не знал, что в Японии бывают такие. Она показала руками объем ее бедер и рассмеялась. У меня вдруг появилась идея, что этот отель можно грабить, не прикладывая даже особых усилий. Вряд ли она быстро бегает. Не уверена, что ей даже ходить не опасно для жизни. Я к тому, что мы ничем не хуже Бонни и Клайда. Решила обнести этот клоповник? Спросила Кэтрин, продолжая смеяться. Если нет другого выбора... Нет другого выбора. Повторила она и тут же нахмурилась. Стоит один раз переступить грань, Ник. Да какую грань, Катя? На моих глазах на днях человека убили. Из-за меня убили. Ну не ты ведь спускал курок. Какая к чертовой матери разница? Твоя мать тоже не самолично подрезала тормоза в нашей машине. О, значит, ты хочешь продолжить этот разговор? Валяй, я слушаю. Она села на край кровати и уставилась на меня таким взглядом, что мне тут же захотелось сдаться властям. Катя, я совсем не имел это в виду. Да блин, какая разница, что я имел в виду? Этот вопрос все равно никуда не денется, даже если мы будем его замалчивать. И мне кажется странным, что ты так рьяно защищаешь эту женщину. Я же не собираюсь ее под трибунал давать. И на том спасибо. Я не хочу выяснять с ней отношения, мстить или добиваться раскаяния, но и простить просто так я ее не могу. Все сказал? Спокойно спросила Кэтрин. Ну, вроде. Я опешил от такой реакции. Тогда давай-ка спать, чтобы завтра с утра пораньше не пойти к моей матери-убийце. Катя, ну не надо, пожалуйста. Неужели было бы лучше, если бы я держал все это в себе? Я не психолог, чтобы давать консультации по таким вопросам. Отрезала она, забралась в кровать, выключил свет и отвернулась. Спокойной ночи.